асаны. Сначала вы присаживаетесь. Ну, покажу вот на этом валике. Ну, такое полотенце. Если вы, например, для поясничного отдела, оно у вас, ну, прям для девочек покажу, чтобы вопросов больше не было, девочки. Ну, вот такое по ширине, чтобы было, да? Вот по ширине, чтобы оно у вас всю поясницу вы могли уложить. Аккуратно укладываемся. Укладываемся так, чтобы у вас, смотрите, валик был напротив пупка. Поняли? Напротив пупка валик. Вытягиваем ноги, раздвигаем на ширине, чуть-чуть на ширине плеч. Ну, немного, не широко, а на ширине плеч. Пальчики на ногах мы вот так скрещиваем. Большие пальцы совмещаем. Что происходит с руками? Руки вот берем сначала вот так делаем, пальчиками сделали и подняли вверх, ладонями прикоснулись к полу. Ну смотрите, это у меня, я прикоснулась к полу, потому что у меня нет блоков, никаких блоков нет в спине, и я спокойно могу лежать 5 минут. Новички, конечно, не лежат 5 минут, вам бы хотя бы одну минутку полежать. В это время... Когда вы улеглись, вам надо максимально расслабиться. Смотреть не по сторонам, а вверх. Смотрите вверх и начинаете потихоньку руками тянуться вверх, ногами вниз. Зафиксировали и расслабились. Обязательно вам необходимо расслабление почувствовать. Только тогда будет растяжение идти позвоночника. Если вы чувствуете, что вы зажаты, вы себя прям уговариваете, ну давай расслабимся, ну давай расслабимся. Или выдыхайте в то место, вдох и выдохнули в то место, где вы чувствуете зажатость, блок. Когда почувствуете расслабление, все, замерли и будьте в этом положении столько, сколько вам комфортно. Затем вы потихоньку, заметьте, внимание, девочки, внимание, внимание, внимание. Из этого положения вы выходите очень грамотно. Вы сначала ноги, руки расслабляете. Почувствовали расслабление. И потом очень медленно поднимаете ноги, сжимаете руки, укладываетесь на бок.